установлены два факта продажи двух- и трехкомнатных квартир по цене 23 и 30 тысяч соответственно, тогда как их рыночная стоимость на тот момент составляла 800 тысяч рублей и 1 миллион. А вот глава Акбулаковского постсовета квартир хоть и не покупал, а в черный список попал. Все дело в том, что чиновник, решив купить автомобиль для администрации, пренебрег заключенным соглашением с продавцом и вместо положенной 30% предоплаты за Ниву «Шевроле» перечислил компании всю сумму – 492 тысячи рублей. Те 70%, которые были переплачены из бюджета, были незаконно перечислены в ту фирму, которая фактически деньги похитила, поскольку автомобиль не был поставлен в итоге. Теперь по решению суда чиновник должен возместить бюджету района всю сумму, которая была затрачена на покупку автомобиля.